По примеру прошлых лет будет организован крестный ход. Он начнется после церковного праздничного богослужения в 12:30. Маршрут крестного хода – Преображенский собор, улица Суворова, выход на Тираспольское шоссе, городской пляж. Поступило такое обращение от прихожан и от духовенства. Стараемся в этот день собирать все духовенство нашего города, чтобы делать более организованно крестный ход, чтобы люди знали уже, что вот половина первого с центрального нашего храма крестным ходом мы идем к месту купания. Место купания неизменно – городской пляж. Там будет установлена купель. Палаточный городок развернется за день до самого праздника – с 12 дня, 18 января. В ожидании смельчаков, готовых окунуться в ледяную воду, будут круглосуточно нести дежурство спасатели, милиционеры и медики. И все же городские власти совместно с настоятелем Преображенского собора призывают бендерчан к организованному купанию. Ведь весь сакральный смысл обряд обретает именно после освящения воды. Его священнослужители совершат сразу по прибытию колонны прихожан, участников крестного хода, к самой купели. Сегодня обсуждаются детали организации крещенского купания. Учитываются все возможные капризы погоды и массовость, возросшая в последние годы. Пляж оборудует всем необходимым, начиная от мест переодевания до горячего чая. Позаботятся и о продаже выпечки. Обеспечить максимальную безопасность призваны миротворческие силы и спасательные службы. Дежурство завершится 20 января утром. Городские власти напоминают, категорически запрещено купание в озере, расположенном в парке Дружбы народов, а также в акватории реки Днестр вне территории городского пляжа. Жанна Настас, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.